Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы сегодня играем в интересную игру «Нарисуй свою машинку». Выбираем уровень. Ага, нам предлагают рисовать. Что ж, вот такой колеса. Так, ставим. И теперь обводить надо. А, теперь просто мы это обводим. Криво, не криво. Нормально. Интересно, сейчас посмотрим, что у нас получится. Ой, что-то здесь немножко криво я сделал. Пойдет. А, вот еще фары здесь. Ну, в принципе, все, да? Что, идем дальше? А, ну все, нарисовали машинку, теперь нужно нарисовать ей дорогу к финишу. Вот так. О, нормально. Что, поехали? Поехали. Так, все, давай. Двигайся. Так, а что делаем? Все, скип. А, вот, газ, давай, газ. Брейк, газ. Ага, что-то не получается у нас. А, вон что. Вот давай еще раз дорожку такую сделаем, поедем, поехали. Все, едет отлично машинка у нас. Все, мы проехали, получили почему-то 2 звезды. Интересно, почему? Давай сделаем рестарт. Сделаем чисто по линии. Вот так, как нарисовано. Поехали. Вау, нифига она подпрыгнула. Ну что, а все, теперь 3 звезды, отлично. Следующий уровень. Так, а здесь что? А, ну нарисуй типа самую дорожку к... вот сюда. Ну, примерно так. Что ж, едем. Отлично. Почему 2 звезды? Давай этот, сделаем рестарт. Почему 2 звезды? В смысле? Типа надо... Странно. Странно, очень странно. Ну давай так нарисуем. Портирный тогда. Вот так давай тогда сделаем. Поехали. О, давай. Ах, черт. Все, ладно, я понял. Я понял. Вот так. Вот так сделаем. Поехали. Так, главное разогнаться. Опа! Есть, отлично. 3 звезды. Следующий уровень. Здесь, видишь, надо поменьше рисовать. Типа, это что такое? Поворачивается это или нет? Так, вот так надо сделать. Вот так вот. Заново. Вот так. И вот так. Поехали. Вот, едем аккуратненько и спускаемся вниз. Все отлично, мы выполнили. Это, в принципе, не так сложно было. Дальше идем. Ух ты. А здесь что? Так, вниз. Тут она прям полетит у нас. Вот так. А ну, поехали, смотрим. Опля! Офигеть, она врезалась как. Хорошо. Здесь мы делаем спуск. Здесь вот так вот, хоп. О, отлично. Поехали. Разгоняемся. Опа, хорошо, смотри. 3 звезды мы получили, нормально. Следующий уровень. Так, а здесь что у нас? Вот так, типа, надо сделать. Оп. Понял. Во, поехали. Газуем. Оп. О, все, нормально. Мы выиграли. Замечательно. 3 звезды мы получили. Здесь такая же схема, смотри. Только здесь, наверное, все-таки сложнее будет в этом плане. Вот так вот. Надеюсь, я... Ну, поехали сейчас сделаем так. Давай. Опа! Ой, все хорошо, замечательно. 3 звездочки получили. О, а здесь интересно будет, смотри. Мы поедем сюда. И потом сделаем так вот. Оп. Вот так. Нормально. Смотри. Оп, и вниз. Ну, это было легко. Здесь также мы поедем вверх. И здесь мы поедем вот так вот вниз. Вот так. Это, в принципе, очень легко. Смотри. Опля! Она, кстати, мне кажется, можно было и просто без рисунка сделать. А ну-ка, попробуем просто без рисунка сделать.
Да, здесь можно даже было и не рисовать ничего. Нормально. А здесь, может, тоже можно не рисовать. Опа. Нет, нифига. Вот так сделаем. А ну-ка. Оп. Да, в принципе, это несложный уровень. Следующий. Так, а здесь что? Мы, смотри, едем, едем, едем и падаем. Наверх. Сможем ли мы наверх заехать? Сейчас проверим. Едем, едем, едем. Опа, и машинка у нас что с ней становится? Ага, успел я нарисовать. Назад. Оп. Так, давай. Нет, перевернулась машинка. Ну, примерно я понял, что сделать надо. Вот так. Все, поехали. Едем. Главное, чтобы не застряла здесь. Давай. Ё-моё, слишком высоко. Да не падай. А, упала. Все. Здесь надо как-то более бережно сделать полосочку. Вот так вот. Все. А здесь сделаем вот так. Думаю, так будет нормально. Все, едем. Опля, аккуратненько. Все, нормально проехали, успели. Следующий уровень. Интересная игрушка. Ух ты, это прям вообще бомба. Здесь, получается, вертится все. Вот так вот, да, и поедем. А, она перестала крутиться. Хорошо. Оп. Нет, тоже не дело, да? Тоже не дело. Хотя, может быть, надо было мне крышу, слушай, уже делать крышу. А интересно, мы можем сделать, перерисовать нашу машинку? Гараж. Нет? Ладно. Вот так сейчас попробуем. Так, едем, едем, едем. Оп. Давай, давай. Есть. Только две звезды, ну да ладно. Слушай, тут еще какой-то камушек. Он типа не должен упасть, либо мы его должны туда прикатить. Интересно, а ну сейчас проверим. Что дает шарик этот? А ну подожди, давай-ка, давай-ка, развернись. Нет. Падать нельзя здесь. Ага. Типа взорвался шарик, да? А куда шарик исчез? Не знаю. Как же быть? Нам, наверное, надо поверху ехать. Вот так вот. Раз. Два. Нет, видишь. Нифига. А как это стирать? У нас нет резиночки, да? У нас только рисовашка. Что такое скип? А что такое вопросик? Ладно, сделаем по-другому. Вот так вот, хоп, вот так вот. О, смотри. О, нормально. А так, может быть, и задумано было? Все, отлично, следующий уровень. Вот так сделаем. А здесь мы упадем и сделаем здесь вот сюда вот так. Вот, отлично. В принципе, не сложно. Ой, давай, 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 газуй, газуй, газуй. Хорошо. Это несложно был уровень. Так, а здесь интересно, смотри, что происходит. Опа, и она падает. Ага. Оп, остановись. Также мы здесь делаем вот так вот. Здесь и здесь. Пробуем. А, это что такая машинка-то, а? Так, а полностью нельзя скипнуть. Ладно. Делаем так и поедем. Сейчас посмотрим. Не знаю, получится, нет. Вот, нормально все. Получается. Отлично. Ага. Смотри. Опа. Ну, здесь, в принципе, несложно, смотри. Оп. Все, проехали. Три звезды мы получили, нормально, хорошо. А здесь, вот так попробуем, оп. Посмотрим, что получится. А, смотри, она не дает нам почему-то проехать. Оп. Оп, сейчас проверим. Проезжаем. Оп, и вниз. Все, три звезды, хорошо. Это что за шарики? А, это препятствие, понятно. А, нарисуем мы здесь вот так вот. Ну, попробуем вот здесь. Проедем, не проедем, не знаю. Газ. Ух ты, она, смотри, отпрыгивает, отскакивает от нее.
О, все, нафиг улетело, взорвалось. Еще раз, я не понял. Она что, крутится, вот эта штука, или как? Ага, она походу крутится. Ну давай так сделаем. Давай сделаем так. Все. Нет, видишь, нету места. Нету места. Ох ты, блин, не так нарисовал. А, не так нарисовал. А у нас эта штука не бесконечная? А, она у нас бесконечная. Если она у нас бесконечная, то мы сейчас нарисуем. Вот так. Смотрим. Ух ты. Давай, давай, давай еще газа. В принципе, мы сейчас рестанем и попробуем по-другому немножко сделать. Вот так. Вот так. Пробуем. Что получить 3 звезды. Опля. Все. В принципе, несложно было. Следующий уровень. Так, 18 уровней у нас, нифига. А здесь это тоже все будет шататься, крутиться. Да, понятно. Ох, нифига, машину как крутит. О, машина упала, все взорвалось, все капец. Ладно, рисуем так вот по окружности аккуратненько. Хватает у нас. Ну и все, вот здесь заканчиваем. Все, поехали. Едем. Опля, есть. Еще, давай газу, газку, газку. Это, в принципе, несложно был уровень. Так, 19 уровень. Вот так попробуем. Так. А ну-ка, сейчас посмотрим. Оп, 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 оп. Давай, давай, поднимайся наверх. Давай, 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 давай. Все, машина. Машине капец. Так, как же, что же здесь делать? Как же быть? Можно нарисовать что-нибудь, смотри. О, Чебурашка. С ротиком. Здравствуйте, я Мишка. И сейчас нарисую Мишку. Мы сделаем в плавочках будет. В плавочках и в кофточке. Поехали. Опа. А, нога мешает. Нога мешает медведя. Ах ты, медведь такой. Хорошо, не будем баловаться. Будем нормально делать. Ну так, не знаю, заедет она, не заедет. Поехали. Проверим мощность нашего автомобильчика. Да, в принципе, заезжает нормально. Поэтому сейчас еще раз попробуем. Едем, едем, едем. А, совсем чуть-чуть нужно. Хорошо, вот так сделаем сейчас. Оп. Поехали. Давай, машинка, я знаю, я верю в тебя. Давай, давай, давай. Опа, да, в принципе, несложно было. 20 уровень. Так, значит, бешеная палочка. Надо ее как-то остановить, слушай, сделать. Во. Поехали. Давай, 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 да ё-моё. Давай, газку, давай, 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 давай. Оп. Все. Есть, есть. 3 звезды. Отлично. Следующий уровень. Так, а здесь тоже интересно, смотри. Поехали. Так, ну, блин, нельзя никак. Ах ты, ё-моё, смотри. Помешала. Давай, машинка, переворачивайся. Давай, давай. Сейчас попробуем перевернуть ее. Нет. Не получается, к сожалению. Все. Здесь можно только один раз что-то сделать. О, я ее остановил как-то. Все нормально. А сколько вообще, подожди, у нас... Что это значит? Edit. Настройка. А, у нас, смотри, денег сколько? Мы же можем машинку нашу по-другому сделать, да? Ой. А где рисунок? Почему я не... Можно еще третье колесо сделать? Да ну. А, мы можем еще купить цвет машинки. Давай желтенький. Ой, а куда все исчезло? Ой, куда все исчезло? Все понятно. Меняем цвет. Сейчас это все стерем. А это почему не стирается? Ладно, такая будет машинка у нас. Тесла. Машина Тесла. Все, поехали.
Вот так, отлично. Поехали. Газ, газ, газ. Тесла, Тесла, автомобильчик Тесла. Ух ты. Мешает ей эта штука, мешает. Ну что ж, поиграли, да, и хватит. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока-пока.